Все, поехали, ребята, на тракторе. Так, нам нужно докатить шарик, да? У нас тут задание такое. Ладно. Докатим. Трактор у нас большой. Мощный. Поэтому я не думаю, что трудно будет нам докатить какой-то маленький мячик. Правда, он с размером у нас как сам трактор. Но ничего страшного. Во, давай, лебедка, 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 помогай, помогай. Хорошо. Еще, еще, еще. Давай, давай, давай. Во, толкаем. Все, главное нам не перевернуться. А перевернуться можно в основном это с лебедкой. Вот лебедка нам конкретно может сыграть злую шутку. Потому что я так пробовал уже. Ну смотри, мячик мы дотащили уже практически до середины карты, да. Осталось дотащить еще немножко. Опа! Так, а что здесь у нас? Плохая дорога, что ли? Показывает. Все, смотри, видишь, может быть даже... Я тогда пробовал машинкой тянуть, толкать мячик. Нет, а трактором хорошо толкается. Вроде бы как. Да, трактор молодец, хорошо справляется. Опа, вот в этом месте, ребята, вот такая фигня. Вот всегда в этом месте этот мячик у нас и ушел от нас. Ладно, не получилось затащить. Вот обидно, обидно. Вот именно вот на вот этом месте, постоянно. Ой, сколько я тащил этот мяч вонючий. Оказалось, все зря. Ну ладно. Давайте до финиша уже доедем. Так, монет. Куча монет зарабатываем, кстати. Так, скоро откроем что-нибудь. Сундучок какой-нибудь. Давайте поиграем с противником. Амфибия у него, нифига себе. Подметальщик. Ух ты. Подметальщик 5-го уровня. Ну вот это уже интересно. Опа, щелкнули мы его. Опа, подъем, подъем, подъем. А ну-ка, аккуратно. На, ух ты, ударил меня все-таки, да? Гад, ну гад. О, куда я там долетел вообще, алло? На, на. Так, еще один ударчик. Как, смотри, а. Да ёшки, маташки, у меня здоровье забыла совсем чуть-чуть. Так, на лодочке, да, чувак? О, нет! Два раза себя, себя же два раза, так как так. Давай мы его подвинем. Ну вот, 1-1, так, американская мечта. Американская мечта, машинка. Блин, прикинь. Такое вообще реально. Вообще это так справедливо, нет? Давай, вот так. Вот так. Еще, 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 еще. Еще, еще пару ударчиков. На, я тебя сейчас защелкаю. Опа, победил, победил. Это была тяжелая победа. Опа. На, я тебя... Опа, есть, есть. Ух ты, мне еще щелкнули. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. НЛОшка вонючая. Все, победа. Победили, ребята. Это было нелегко, конечно. Ой, давайте заберем арену. Так, игровой режим новый. Так, игровой режим, новый игровой режим. Ладно. Ну что, ребят, давайте продолжим играть в Майнкрафт. И я тут взял, нашел кое-что магму интересную, да? Еще потом у меня тут золото есть. Блин, оно сгорит, да, если оно сейчас это самое? Ну ладно, пусть будет. Оно мне пока не нужно, это золото. Я вообще-то за тростником прибежал сюда. О, рыбки. Рыбки, рыбки, рыбки. А, как тебя убить, вонючка? Давай, иди сюда. Блин, их всех убьешь, оказывается. Так, я пришел сюда за тростником. Ну, как
Вы видите, ребята, тут тростника вообще нету нифига. Найду ли я тростник, а? Мне интересно. А самое интересное, найду ли я потом назад домой дорогу? Блин, да как так? Во всей карте нету тростника. Я далеко уже обошел везде все. Ну, здрасте, кто это там рычит? Ё-моё, тут еще какие-то эти. Блин. Как их называют, которые тут кричат? Зомбики. Блин, да как так? Мне жрать-то нечего. Золотой нагрудник зато есть. Давай оденем. На всякий случай. О, как же жрать-то хочется. О, мясо. Мясо, мясо, мясо. Это прям удачно, удачно, ребятушки. На! Блин, сломался топор. Придется киркой убивать. А киркой не убивается. А, бедолашка, прости меня, что я тебя убил. Ты мне два мяса дала, спасибо. О, теперь я могу бегать. Теперь я могу бегать, ребята. Опа, хотел я в воду прыгнуть, но не получилось. Блин, у меня сейчас опять голод будет. Так, тростника здесь нету, да, я так понял? Вообще нету тростника. От слова нету совсем, вообще нету. Странно. Да как так? Во всей карте Майнкрафт нету тростника. Это что за такая карта у меня волшебная? Может быть, ну вот здесь озеро большое. Но во всем озере нету тростника. Так все, короче, я пошел домой. Пока я еще примерно помню, где мой дом. Я домой пошел. Блин, а где домик? Кажется, вот так вот, если я прямо побегу, то домик я найду. Поэтому я бегу домой. До домика. Ах, может быть, где-то поблизости тростник будет, ну хоть что, навряд ли. Но вдруг. Может, где-нибудь растет здесь. И мы его возьмем с собой. Ух ты, нифига себе, расщелина какая. Так, а нету ли здесь железа? Да, вроде бы есть. Так, ладно, мы его собирать, конечно же, не будем. Мне сейчас главное домой добежать. Надо мне какой-то этот самый познавательный... не знаю, построить что-то такое познавательное. Чтоб я домой мог дойти. Вот здесь, смотри, речка большая, да? Ну и нифига нет. Тростника вообще нету. Не, надо домой идти. Домой, домой, домой. Так, ну, в принципе, я в правильном направлении, надеюсь, бегу. Так, мне опять надо что-то пожрать. Ё-моё, как же мне этот голод достал-то, а? Так, а я тыквой не могу же питаться, да? Тыквой. Тыкву я не люблю жрать. Да, ё-моё, какие-то кусты. Чё ты всё время разбиваешься? Ладно, короче, ребята, вот такое задание. Если ты путешествуешь, ты всегда должен с собой взять много-много провизии. Пока провизии у тебя нету, навряд ли, что ты куда-то убежишь далеко. Так, я пытаюсь залезть наверх. Сдох. Ну и слава богу, что сдох. Вот и хорошо. Вот и замечательно. Знаешь почему? Потому что я очутился дома. И мне не надо никуда бежать. Не надо мне ничего искать. Просто дома. Дом, родной дом. Вот и все. А я бы еще бежал бы еще полдня. То, что мы там что-то потеряли, это ничего страшного. Просто надо на будущее брать побольше, пожрать. Вот ягод, например. Да ё-моё, иди нафиг. Как вы меня достали. Ягоды, иди нафиг. Все. Уже и ночь скоро. Ё-моё. Чё ж так быстро? Так, чё это картошка у нас? Как раз готова. Картошечка выросла. Вот картошка быстро растет, молодец. Так, это еще пока не вы... Вот это вы... Нет, еще не выросла, блин. Как же она плохо отображается. Выросшая, не выросшая. Тут не подугадаешь. Так, где у нас? Где чувак?
Спать я не могу еще. Почему? Так, и здесь темно. Блин. Че, домой хочешь? Че, спать уже? Ну пошли спать. Нет. А как он так лег спать, а я не могу? В смысле? Нет, подожди. Два мужика какие-то забежали в мою квартиру. Мой дом. И легли спать, а меня выбросили. Вы че, вообще что ли? Нет. Все, идите отсюда. Мне надо будет угля найти. Освещение хочу сделать в доме. Вот что, ребята. Сделаю сейчас освещение. Вот так вот. Чтоб ярче было здесь. Светильнички. Вот теперь уже ярко и светло стало в домике. Так, Хрюндели, вам по ночам страшно, нет? Вам вот огонечек, он небольшой. Что-то вы жрать, да, хотите? Но жрать у меня пока до вас нечего дать.